Всем булочкам привет! Сегодня я хочу вам рассказать, что происходит с каналом и будущее нашего канала. На данный момент главный автор канала Михаил, он же Бароняшкин, находится в армии, вернется он уже скоро. Теперь к делу. Кто сидит в Дискорде, знает некоторые моменты. Но сейчас специально для всех я озвучу, что происходило с каналом на момент последнего видео в январе 2021 года. На последнем стриме у автора коротнула материнская плата, и он уже не смог выпускать ролики. Он очень пытался все исправить, но не было на этого времени. На тот момент он готовился к защите диплома и уже знал, что ближе к лету пойдет в армию. Особенно была большая дезмораль со стороны канала, ибо подписчики растут, а просмотры не увеличиваются должным образом. Не было также возможности снимать хорошие игры из-за мощности ПК. Ну а сейчас, что будет происходить на канале? Может быть, кто состоит в группе Steam и Discord, заметили изменение логотипа. Так вот, этот кретин хочет сделать собственную команду. Также он будет делать полный перезапуск канала. Но для этого нужна и ваша помощь. В описании под роликом находится ссылочка на краудфандинг для сбора денег. Он надеется, что вы сможете вложить в нас всех, всю команду канала Бароняшкин. Как он говорит, приближается буря. У него появилось очень много идей, которые он будет реализовывать. Будем покорять YouTube, YouTube Shorts и Twitch. Ибо после армии нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть к гражданской жизни. Сейчас неспокойное время все-таки. Во-первых, наконец-то он покажет свое лицо и будет вести канал уже так. Кстати, он сказал, что покажет свое лицо в видосе про перезапуск канала и также намекнул на то, что это будет необычное видео. Во-вторых, наконец-то в видео будет присутствовать нормальный и качественный монтаж. Я знакома с этим человеком лично и могу сказать, что он очень талантливый. И так как долгое время отсутствовал, сейчас он будет идти на все, чтобы его заметили, и он проявит себя для вторжения на большую сцену. В-третьих, у нас наконец-то могут появиться спонсоры, ибо из-за бага на ютубе желтый значок, из-за которого от нас отказываются партнерки. Сейчас он хочет собрать средства на оборудование. Также он собирается с одной командой постепенно делать игры в своем любимом стиле, а если быть точной, моя любимая пиксельная хуйня. О боже! Ладно, продолжим. Будут открыты сайты и сервера от имени канала, а если быть точнее, рулетка по открытию кейсов, магазин ключей и сервера по многим играм, такие как GTA 5 RP, Arma 3 и полностью переделанная версия Minecraft. Он говорит, что даже Hypixel будет нервно курить в сторонке. Ведь если смотреть на все это время за весь канал, было видно, как он учился на своих ошибках, когда в начале видео был жесткий шум и фан-микрофон с плохой картинкой, то уже в последующих видеороликах было видно какой-никакой монтаж и улучшение качества звука. Он всегда пытался набрать публику, чтобы общаться со зрителями. Он не останавливал трансляцию, даже когда там сидело пару человек и общались с ним, каким бы он ни был уставшим. Вспомните 7-часовой марафон по Майнкрафту, когда он просто общался с подписчиками. Он приглашал на свой стрим Дискорд канал и проходил игру, общаясь с ними. Также на канале появляются новые персоны. Некоторые вроде бы похожи на людей, а некоторые не отличаются от куска мяса. Но автор сказал, что он этого стоит. Ведь с Андреем он не может играть в некоторые игры, а с новыми людьми новый контент, знаете ли. Кстати, насчет Андрея. Пока нет автора, он должен был заменить его. Но у Андрея была операция, после которой он приходил в себя. Когда он более-менее восстановился, автор предложил сюжет, который они начали делать. Но Андрей не мог выполнять некоторые детали во время съемки, ибо его компьютеру пришел пиздец. Но сейчас Андрей тоже подготавливается к перезапуску канала. Сейчас все в панике, и даже автор. Ведь какая боль стараться изменить все к лучшему, а у тебя даже нет возможности двинуться с места. Подводя итоги о нашем канале, мы все очень надеемся на вашу поддержку. Если хотите связаться с автором и лично уточнить грядущее будущее канала, в описании под роликом останется ссылочка. Ну а я с вами прощаюсь, мое эфирное время подошло к концу. Ваша YouTube-команда Феникс, возрожденная из пепла, снова пойдут в бой. Всем зефирки и до новых встреч, пока-пока. Я вернулся.